Добрый вечер. Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Неделя оказалась более чем насыщенная значимыми событиями. Новости с пометкой «молния» приходили до последней минуты. Здесь и важнейшие внешнеполитические события. Начало конструктивного, надеюсь, диалога России и США с визитом в Москву нового госсекретаря США. Исторический референдум в Турции, последствия которого каждый вправе оценивать сам. Но после реформы Ататюрка это первый глобальный поворот в структуре управления нашим крупнейшим южным соседом. Татарстан уже сегодня получил новое премьер-министра, а мусульманская умма республики переизбрала своего муфтия. Особо следует вспомнить и про два больших праздника недели. 12 апреля – День космонавтики, День гордости и величия советской науки, инженерной мысли и мужества. И еще недавно казавшийся противоположный этому праздник праздников – Святая Христианская Пасха. Впрочем, сегодня многие вполне логично оба этих праздника считают своими главными и важными и не видят никаких противоречий в них. Просто мы научились за последние годы больше и глубже понимать тот свет, что несет нам Священное Писание. Были в эти дни и весьма странные заявления от иных деятелей, чьи мысли и агрессии не очень укладывались в логику конструктивного диалога и поиска решений действительно непростых задач. Мне кажется, что ответ здесь лежит в известной рифме «Что происходит на свете? А просто весна, понимаете вы?» А потому оставим эту тему до налаживания погоды и обратимся к значимым событиям из жизни Казанского федерального университета. В минувшую среду в Санкт-Петербурге прошло награждение орденом Аль-Фахр, который является наградой Совета муфтиев России. Из рук муфтия Равия Гайнуддина орден получил и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 12 апреля в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Файсхановские чтения» прошло награждение орденом Аль-Фахр. Этот орден почета является высшей наградой Совета муфтиев России. Он учрежден в России в 2003 году и имеет две степени. Ильшат Гафуров был награжден орденом Аль-Фахр второй степени за большой личный вклад в разработку номинации по включению памятников Болгарского городища в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, за организацию научных исследований археологического наследия и музеификацию территории Болгарского городища, а также за развитие системы исламского и исламоведческого образования в России и подготовку специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама. А также медалями за духовное единение были награждены заведующий кафедрой истории Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Айрат Сидиков, директор Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Рамиль Харудинов, а также проректор по научной работе Казанского государственного института культуры Рафаэль Валеев. А уже через день Казанский федеральный университет и РУСФОНД в Казани подписали весьма важный и социально значимый договор о сотрудничестве в области создания национального регистра доноров костного мозга в Татарстане. Об этом говорили, об этом мечтали давно. И вот мысли могут стать реальностью. Кстати, фонд заинтересовался и другими возможностями клинической базы КФУ, которые могут в ходе сотрудничества принести массу благодатных дел на ниве облегчения страданий тем, кто, увы, оказался обречен в своей зависимости от непрестанной медицинской помощи и навсегда привязан к поддержке в своих страданиях со стороны медиков и социальных работников. Казанский федеральный и РУСФОНД подписали договор о сотрудничестве в области создания национального регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан. КФУ выбран в качестве партнера не случайно. Здесь имеется высокотехнологичная инфраструктура, лаборатории, имеющие возможность проведения типирования образцов, определения HLA-фенотипа, индивидуального показателя тканевой совместимости. Мы можем оказать содействие в реализации этого масштабного для всей нашей страны проекта, поскольку у нас собственного регистра не было. И мы много говорили сегодня о трансфере технологий в различных областях. Так вот, все, что мы оснастили, наши лаборатории и наши площадки для трансфера технологий, сегодня становятся востребованными. И очень приятно, что РУСФОНД обратил на это внимание.
Созданием общего национального регистра доноров костного мозга Росфонд занимается с 2013 года. Так, в настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, насчитывает более 67 тысяч потенциальных доноров. Формирование регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан, учитывая уникальное генетическое разнообразие населения, поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре. На счету каждая жизнь, каждый день важен. Найти вовремя донора, найти сразу возможность оказать эту помощь. И мы искали, мы и в Бельгию обращались, в Испанию обращались. И сейчас мы вот совместно с Казанским федеральным университетом при поддержке Росфонда организуем этот казанский регистр, и он будет лучшим регистром для всей России. И мы не стесняемся, что мы первые и будем делать, конечно, эту работу, деятельность совместно одной единой командой. На момент подписания соглашения в биобанке КФУ имеется более 900 образцов крови потенциальных доноров костного мозга. Договор, подписанный между КФУ и Росфондом, предполагает расширение возможностей и технологий для исследований. К слову о том, что представляет из себя университетская клиника «Казань». Существуют ли аналоги? Каковы планы развития медицинской науки, медицинского образования в связи с этим? Сколь важно и полезно для этого, это все для республики, города? В специальном интервью телеканалу «Универ ТВ» рассказал на неделе главный врач Альмир Абашев. Думаю, что нашим зрителям будет крайне интересно ознакомиться с этим материалом. Смотрите сами. Мы действительно чувствуем себя пионерами, и на самом деле эта идея вхождения в состав Казанского федерального университета, который вынашивался еще с далекого 2014 года, она с начала 2016 года воплотилась в жизнь, и для нас это действительно такой уникальный опыт мы сегодня приобретаем, и вообще это в масштабах всей страны, когда действующие три учреждения в системе регионального здравоохранения вошли в состав высшего учебного заведения с целью для того, чтобы создавать условия для развития медицинской науки и медицинского образования. Надо сказать, что этот опыт действительно первый. Есть еще наши коллеги, которые работают в составе вузов, где тоже есть медицинские центры, но они создавались с нуля. И они переживают проблемы с интеграцией в региональное здравоохранение. Чего не происходит у нас? Мы крепко вшиты в систему регионального здравоохранения учреждений, и это наше конкурентное преимущество сегодня. Сегодня уже в составе университета и чувствуем себя полноценными членами университетского сообщества, потому что перед нами уже сегодня стоят задачи, поставленные людьми, занятыми в фундаментальных исследованиях. Мы сегодня имеем тесную интеграцию в части научного поиска. Еще одной из наших приоритетных задач является оказание медицинской помощи населению региона. Это крайне важно, потому что полностью погрузиться в научные исследования у нас, к сожалению, не получится никогда. Но в том-то и наше конкурентное преимущество, скажем. Необходимо отметить, что мы, как уже было сказано, являемся частью регионального здравоохранения и, безусловно, выполняли свои задачи по охране здоровья граждан. Три учреждения, вошедшие в состав, это городская поликлиника номер 2, республиканская клиническая больница номер 2 и больница скорой медицинской помощи номер 2 города Казани, они выполняли свой функционал абсолютно в соответствии с программой государственных гарантий, которая наделяла их объем государственного задания. К счастью, нам удалось в момент перехода отстоять все эти позиции, и мы сегодня продолжаем эту работу. Ситуация по переходу была не однодневная, велась большая работа по разъяснению коллектива всех перспектив, улучшений, те, которые мы получим, выбирая совместный путь с университетом. Удалось доказать, что и убедить людей о том, что переход в состав вуза не повлечет никаких потерь, ни репутационных, ни в части защиты социальных гарантий со стороны государства. Но вместе с тем мы поняли, что коллектив был убежден в том, что мы будем на острие развития научного поиска, развития медицинской науки. И вот этот выбор, совершенно осознанно сделанный нашим коллективом, позволяет сегодня приобретать вот эти конкурентные преимущества в виде владения медицинскими технологиями, которые
только-только приходят в обиход медицинской отрасли, и мы их действительно первые получаем и их используем. Примером тому может служить генная диагностика и клеточные технологии. Вот мы уже сегодня имеем первые опыты применения данных технологий. Они одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации, включены в перечень, но ввиду технологических причин немногие больницы сегодня могут воспользоваться плодами вот этих технологий. Да? То есть, и мы сегодня, благодаря университету, получили такую возможность, и жители Республики Татарстан, жители Российской Федерации уже начинают получать эти современнейшие технологии для своего здоровья. Коренным, скажем так, учреждением, на мой взгляд, это может быть только мое мнение, что коренным, естественно, является самым высокотехнологичным компонентом университетской клиники, является Республиканская клиническая больница номер 2 или Обкомовская, как ее, возможно, знают среди населения. Безусловно, это технологический донор университетской клиники, который много лет выполняет и высокотехнологичные вмешательства, и развитие уровня диагностических вмешательств там достаточно высокое. Безусловно, заслуживает внимания работа наших коллег, которые пришли вместе с больницей скорой медицинской помощи номер 2 или 6-я городская больница, которая находится напротив отеля «Корстон» и парка Горького. Там, на самом деле, коллектив является носителем истинных медицинских знаний, потому что, к сожалению, судьба их сложилась так, что они не были оснащены высокотехнологичным оборудованием и, тем не менее, работали по стандартам скоропомощной больницы. И это требовало от каждого из членов команды достаточно больших усилий. Они являются вот именно до индустриальной эпохи медицины носителями вот этих знаний. Да? То есть это они могут в этом направлении стать донорами знаний для наших будущих коллег, для студентов. Городская поликлиника номер 2, одна из самых успешных в городе Казани, с очень хорошим коллективом. Приверженность населения говорит о том, что они голосуют за этих врачей, они приходят. И это стало особенно ярко видно, когда люди получили возможность открепиться и поменять поликлинику для медицинского обслуживания. Несмотря на то, что сегодня идет колоссальное изменение в инфраструктуре, что создает неудобства для пациентов, люди от нас не уходят, они продолжают верить. И это самый главный показатель того, что мы на верном пути. С приходом в состав университета, безусловно, мы ждали и получили большой объем инноваций, которые мы сегодня видим в инфраструктуре наших объектов здравоохранения. Всего, на самом деле, 9 лечебных корпусов у нас сегодня. Есть более, скажем так, модернизированные на предыдущих этапах и есть отстающие. Пошли быстрые изменения. За 3 года будет более 1 миллиарда рублей вложено в инфраструктуру и медицинскую технику, что позволит поднять качество медицинской помощи на более высокую планку. То есть мы сегодня ни в коем случае не будем проигрывать больницам, которые были в программе модернизации здравоохранения в 2011-2013 году под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое мы знаем, что наши коллеги в крупных больницах очень здорово продвинулись технологически. Это отставание будет ликвидировано, я полагаю, что в течение 2017-2018 года. Сегодня мы имеем четкий план развития на ближайшие 3 года, в рамках которого предполагается не только модернизация инфраструктуры, но и повышение квалификации кадров, что неотъемлемые части одного процесса. А надо сказать, что сегодня идут глобальные изменения в технологической цепи хирургических методов лечения. Да? То есть мы сегодня нацелены на то, чтобы форматировать здание бывшей РКБ-2 в сердечно-сосудистый центр, потому что там уже имеются наработанные компетенции в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Большим подспорьем для решения данной задачи явился переход сосудистой хирургии из здания 6-й городской больницы на Чехова. Я думаю, что мы в ближайшее время уже будем показывать свои работы. Кроме того, идет мощная модернизация хирургической службы в здании 6-й городской больницы. Это мы его сегодня позиционируем как центр хирургических методов лечения. Там готовится 6
достаточно современных, наверное, даже вот они будут соответствовать, не даже, а обязательно будут соответствовать мировому стандарту оснащения хирургической службы. Сегодня эта работа уже заканчивается, и фактически мы планируем стартовать где-то в мае 2017 года уже в новых условиях, где будет солидный, мощный хирургический блок и реанимация. Наша стратегия, безусловно, ориентирована на то, чтобы это был пациент в центре внимания медицинского персонала. Это не наш лозунг, это лозунг мирового опыта. И мы на сегодняшний день тоже в этом тренде работаем. Наши мероприятия по внедрению стандартов качества, наши усилия по созданию автоматизированных систем управления, где инфраструктурные связи между подразделениями больницы происходит в автоматическом режиме, тем самым сокращая время ожидания пациента. То есть вот это для нас является одной из приоритетных организационных задач. Надо сказать, что в одной из материнских больниц университетской клиники эти технологии развиваются еще с 2012 года, и сегодня у нас достаточно большие успехи в этом направлении. У нас все медицинские записи проводятся в электронном виде. Вот эта автоматизация производства медицинской услуги, она, в общем-то, позволяет пациенту также чувствовать себя комфортнее. Сегодня реализуется большой проект по ремонту второй городской поликлиники, общеизвестной как вторая городская поликлиника. Это будет консультативно-диагностическая поликлиника университетской клиники. Там будет более 1200 посещений смену. Сегодня это 40 тысяч прикрепленного населения к нам. Мы очень надеемся, что наша привлекательность позволит увеличить эту цифру. И на самом деле проект сегодня предполагает разделение труда между работниками поликлиники для того, чтобы они успевали сделать больше и качественнее. Кроме того, более 30% площади поликлиники, полезной площади поликлиники, будет отдано пациентам, чтобы они ожидали в комфортных условиях, чтобы они занимались там саморазвитием, чтобы с ними там занимались соответствующие специалисты в различных школах. И эта концепция, на наш взгляд, позволит смоделировать те процессы, которые происходят сегодня в трендах различных медицин, помочь развитию этих технологий и на самом деле привести в конечном итоге к удовлетворенности пациентов наших. Мы можем, изучив профиль генов человека, дать соответствующие рекомендации. Что его может ждать в дальнейшем? Какие профилактические меры он должен применить для того, чтобы как можно дольше сохранить свое здоровье? Это, безусловно, диагностика наследственных заболеваний, которые необходимо прогнозировать в следующих поколениях. Это и поиск в области вынашивания беременности и родовспоможения. Вот эти аспекты, они наиболее актуальны сегодня для современной медицины, и мы как раз этим занимаемся. Что касается клеточных технологий, это отдельный блок, и он может быть применим при массе различных заболеваний. Суть этого метода в том, что сегодня разрешенные методики применения собственных клеток, которые выделяются из организма, соответствующим образом в лабораторных условиях обрабатываются и вводятся обратно в организм человека для того, чтобы вне организма модифицировать работу клеток, например, защиты, да, и тем самым помочь организму в иммунном ответе. Вот эти технологии сегодня уже доступны для нас, и мы их начинаем широко использовать. Выбрано 4 основных направления развития. Это, как я уже упоминал, сердечно-сосудистое направление в области кардиохирургии с возможностью пересадки сердца к 2020 году, если программа будет реализовываться планово. Это, кроме того, к 2018 году необходимо пересадить почку. Это тоже повлечет за собой бурный рост
хирургических методов, специальности иммунологии, обеспечивающих процессов, потому что технически сегодня эти операции достаточно распространены во всем мире, и основной проблемой является эта болезнь трансплантата, да, то есть это пересаженный орган начинает, ну, скажем так, чувствовать себя некомфортно, он начинает отторгаться организму, и вот с этой проблематикой нам тоже нужно будет бороться. Кроме того, мы планируем начать работу в части экстракорпорального оплодотворения. Тоже наша модификация подразумевает под собой мощную генную диагностику как родителей, так и подсаживаемого эмбриона. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы создать адекватные условия подготовки женщины и ее супруга к моменту оплодотворения. Искусственное оплодотворение, да, что тоже мы, к сожалению, не всегда видим в рутинной практике. То есть вот это нашими акцентами является. Но и, безусловно, четвертым направлением — это дружелюбная поликлиника. На наш взгляд, это основная проблема сегодняшнего здравоохранения в том, что люди не сотрудничают с врачами в поликлинике. И вот это является, наверное, для нас даже большим приоритетом, чем высокотехнологичные методы. Мы концентрацию внимания туда делаем особенно мощную, да, то есть и туда направляются большие ресурсы, как людские, так и материальные, и хотим действительно, чтобы поликлиника наша была, ну, правильно работающей, люди нам верили, у нас были хорошие, теплые взаимоотношения с нашими пациентами, и это для нас очень важно. 2015 год в Республике Татарстан был объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и этот период как раз пришелся на вопрос остановления выбора векторов развития нашей больницы, и мы на самом деле очень серьезно отнеслись к этой проблематике, но мы и вшиты были в региональное здравоохранение таким образом, что одним из ведущих сосудистых центров являлся РКБ-2. И мы, безусловно, поняли, что у нас есть достаточные платформа для того, для дальнейшего развития, и поняли, что мы без работы в любом случае никогда не останемся, потому что даже сегодня при всех усилиях государственного здравоохранения смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя и падает, но остается достаточно высокой. Более 50% причин всех смертей в Российской Федерации вызваны сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому для того, чтобы ускорить решение данной проблемы, помочь людям, было выбрано сердечно-сосудистое направление, и мы сегодня всерьез этой проблемой занимаемся. Появление Макиарини в Казанском федеральном университете связано именно с его выбором вуза, где он будет реализовать свой мегагрант, который он выиграл. И поэтому это является стечением судьбы, если хотите. Сегодня то, что такой человек работает в университете, для нас является большим благом. Дело в том, что он является носителем тех, ну, скажем так, знаний, тех технологий, которые ждут нас в ближайшем будущем. И мы впитываем от него эту информацию для того, чтобы мы могли сделать достойный уровень при нашей модернизации. Много очень полезных советов он дал на этапе проектирования той модернизации, которая сегодня происходит. Очень много прогрессивных идей, ломающих наши стереотипы в ходе жарких обсуждений и диспутов, мы от него получили. И после осмысления они были приняты к реализации. На самом деле это очень, на мой взгляд, было полезное общение, и оно сегодня продолжается. Но, к сожалению, он сегодня не способен оказывать практическую помощь в силу того, что он не имеет официального допуска к медицинской практике на территории Российской Федерации. Он пытается сегодня защитить это право. И на самом деле мы были рады, если бы это произошло. Я думаю, что он выдающийся хирург, во-первых. И то, что он передает нам в качестве своих знаний, консультаций,
для нас очень полезно. Да, есть примеры, скажем так, продуктивного сотрудничества, значит, с тем же самым японскими нашими коллегами в части генетических аспектов медицины, где мы на самом деле уже достаточно далеко продвинулись. И сегодня, скажем так, на выходе у нас проект фармакогеномики, когда при назначении препарата мы будем делать генную диагностику. Это не касается всех групп препаратов, это касается отдельных препаратов для длительного приема, для того, чтобы не было извращенной реакции организма на то, что будет происходить при приеме того иного лекарства. И это действительно вот один из тех примеров, который сегодня для нас наиболее ценным является. Вот. Кроме того, у нас есть устойчивые связи с университетской клиникой города Йена в Германии. Мы с ними даже прорабатывали проект строительства учебно-лабораторного и лечебно-профилактического корпуса. Огромная организация, огромное, значит, подразделение, которое, в принципе, было призвано решить все существующие проблематику современного периода для университетской клиники. Это создание некого высокотехнологичного ядра. Мы ознакомились с их примером, увидели, что происходит в их больнице, и на самом деле переняли уже у них достаточно много организационных решений. Безусловно, для нас является приоритетным сотрудничество в области социально значимых заболеваний. Наиболее социально значимым на сегодняшний день является проблема сердечно-сосудистой системы. И во многом у нас существуют контакты и со специалистами в Соединенных Штатах Америки, и в Германию мы нацелены по контактам. То есть у нас достаточно обширный круг интересов, но они носят такой вот характер межличностных взаимоотношений между докторами. Они обсуждают, делают совместную работу в плане научного поиска, но тесная интеграция сегодня с... И еще об одном значимом для Казанского федерального университета и науки республики соглашении, что было подписано на неделе с руководством Сколковского института. Визит гостей из Колтеха привлек самое пристальное внимание практически всех из СМИ республики. А вот о чем удалось договориться на новом этапе отношений, смотрите сами. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета прошла лекция для студентов от делегации Сколковского института науки и технологий. Ректор Сколтеха Александр Кулешов рассказал о создании и развитии института. Сколковский институт науки и технологий был создан в 2011 году. Появилась идея сделать университет нового типа. Ну, отчасти это лукавство. Сейчас объясню почему. Есть такая модная фишка, которая называется университет 3.0, да? Университет третьего поколения. Значит, в свое время Стэнфорд, MIT, я даже не помню, кто из них первый, ну, примерно одинаково. В одно и то же время начали некую деятельность, связанную с инновациями. То есть они сумели сократить цепочку от научного исследования, от прототипирования и до индустриального коммерческого продукта. Сколтех готовит новые поколения исследователей, предпринимателей, продвигает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. Из выступлений студенты также узнали о преимуществах обучения в Сколковском институте науки и технологий. Вы можете одновременно поступить и в Сколтех, и в КФУ на эти программы, и по выпуску учиться на одной программе, по выпуску получить два диплома. Соответственно, используя все возможности, все мощности и Казанского федерального университета, и Сколтеха. Ректор Сколковского института науки и технологий также затронул и тему мультидисциплинарности. Все имеют разное базовое образование, но работают в одной команде. Вот это называется настоящая мультидисциплинарность, когда за одним столом собираются люди, которые научились друг друга понимать, имеют различные навыки, различные компетенции, различные образования, но научились друг друга понимать и решать общую задачу. Напомним, что 13 апреля прошло подписание соглашения о сотрудничестве между руководством вуза Казанского федерального университета и делегацией Сколковского института науки и технологий. Соглашение предусматривает проведение совместных конференций, семинаров, организацию студенческого и преподавательского обмена,
по программам академической мобильности и другое. Не только День космонавтики напомнил нам в эти дни, что мы космический авиационный город, центр страны. Наши коллеги из Казанского авиационного института, назовем так по-старому, провели уникальную операцию по передислокации самолета-легенды Ту-144 с его прежнего места, казалось бы, вечной стоянки в авиастроительном районе, в район Новосавиновский, к одному из корпусов своего вуза. Не скажу, что считаю это очень правильным. Авиастрой лишился своего заслуженного самолета-памятника. Там он пережил массу своих ярких и горьких страниц. Вообще история этого лайнера оказалась сколь легендарной, столь и трагической. Роковой фактически самолет, стоявший в Казани, смею предположить, и вовсе единственный из уцелевших. В лихие 90-е его чуть было не продали на Запад, где за самолет давали большие деньги, но так и не купили, просчитав, что его переезд может оказаться дороже самой покупки. На нем учились несколько поколений каишников. Его пытались предложить под кафе и центр молодежных развлечений, но победил разум. И вот решено на новом месте сделать из него по-настоящему востребованный и полезный для всех интерактивный музей. Как и ожидалось, кампания по переезду легендарного летуна сама по себе грозит стать легендой. Как это было? Смотрите сами. В ночь с 15 на 16 апреля из авиастроительного района Казани совершили перевозку основной части самолета Ту-144 на территорию второго здания КНИТУ КАИ имени Туполева, расположенного на улице Читаева. Мы работали над этим 2 года. Проект очень сложный. Машина стоит уже достаточно давно. Давно не производится серийно, поэтому частично и конструкторская документация утеряна. Поэтому было не очень просто ее разобрать. Все-таки это сложнейшее техническое устройство. Вот пока все нашли, пока наши коллеги из авиационного завода начали разбирать. Но там было десятки, если не сотни технических моментов. Но вроде все преодолели, вот сегодня мы его будем перевозить в наш кампус. Ту-144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Первый и один из двух в мире тип сверхзвукового авиалайнера, который использовался в гражданской авиации для коммерческих перевозок. Ту-144 находится в Казани уже 31 год. Стоит отметить, что проект по перевозке самолета уже начинали оговаривать в 2013 году. По словам ректора КНИТУ КАИ, пока реализуется только первая часть проекта. Второй этап создания в 2018 году внутри самолета интерактивного музея для детей. С предыдущим министром мы договорились. Идея Минобразия Российской Федерации очень понравилась, и они сказали, что если мы самолет поставим, то они окажут полную поддержку на его оснащение и создание музейного комплекса. Но сейчас у нас новый министр, будем этот вопрос ставить еще раз. Сама перевозка самолета заняла более 7 часов. Сначала обесточили троллейбусные провода, а затем поднялись спецтехникой. Подготовка переноса Ту-144 началась еще в 2016 году. Сначала на территории университета появился постамент, на который воздрузят судно, а уже позже перенесли носовую часть фюзеляжа. И мы продолжаем нашу рубрику, где студенты и магистры Казанского федерального университета, приехавшие на учебу из разных стран мира, делятся своими мыслями, радостями от жизни в Казани и учебы в КФУ. Сегодня магистр высшей школы журналистики и медиакоммуникации из Таджикистана расскажет о том, как ему учиться и дружиться в КФУ. Здравствуйте, меня зовут Эгамберди Ганиев, студент из Таджикистана, учусь в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Казанскому журфаку этот год 55 лет. Его выпускники работают не только в России и других странах. Обучение сочетает освоение знания по литературе, истории, психологии, социологии, политологии и этике. И самое главное, здесь студентам дается не только теоретическая база, но и больше возможности получать практические навыков. Над созданием одного сюжета работают не 2, не 3, не 5 человек, иногда и свыше 10. Каждый отвечает за определение шаг – написание сценария, съемку, монтаж и так далее. В итоге зрители получают хороший подработанный сюжет или ток-шоу. Это телевизионная студия «Шоурум». Здесь студенты имеют возможность реализовывать себя на практике, снимают телевизионные программы. Техника для обучения самых современных. Часто для студентов переводят встречу с известными журналистами и телеведущими.
Вот это еще одна интересная студия с студенческого телеканала «Универ ТВ». Благодаря особой технологии мы себе переместим на любое место, даже в Африку. Студенческому радио UFM вот уже 2 года. Ведущие радуют своих слушателей полезными передачами, музыкой и просто хорошим общением. Одна из рейтинговых программ – международная программа на разных языках. Студенты рассказывают о своих странах, культуре и Казанского федерального университета на родном языке. Благодаря этому проекту студенты могут попробовать себя на роли ведущего и научат работать на профессиональном радио. А это Ньюсрум комната, редакция новостей. Студенты здесь пишут репортаж для интернет-газеты. Здесь сейчас пусто, потому что все студенты на лекции. Жизнь молодых журналистов очень активна. Пишут студенты журфака не только о жизни Казанского университета. Ребята ходят на редакционным зданиям, даже на международные события, а их в Казани бывает очень много. Казанский университет дает широкие возможности для обучения студентов из других стран. Высшая школа журналистики готовит специалистов, которые смогут работать не только в рамках российской журналистики, могут работать в мировой уровне. А еще казанский журфак мне подарил многие друзья из всего мира. И в завершении нашего информационного шоу главное событие российского YouTube, которое наглядно показывает, сколь сильно в наших детях стремление к знаниям. На пути к нему девочки-малышки из Омска легендарно, подобно сложностям Форт Боярда, преодолевали гигантскую лужу, что встало препятствием на пути в школу. Вот, дорогие студенты, смотрите сами, как сильно новое поколение стремится к знаниям, как буквально прорывается к нему. Учитесь стремиться к учебе. А то ведь подрастут школьники и составят сильную конкуренцию тем, кто сейчас сдается перед малейшим препятствием на пути к знаниям. А еще и справки, подтверждающие, приносят, мол, трудно было, не дошел до учебы. Встретимся с вами ровно через неделю. Всем доброго.